Вітаю, Славутичан. Сьогодні у нас у студії директор комунального підприємства дорожньо-експлуатаційне управління Сергій Шершень. Вітаю вас, пане Сергію. І вас вітаю. Ви один з тих керівників, які не ховаються від камер, тому з вами багато інтерв'ю. І в соцмережі ваше комунальне підприємство веде досить активне життя і звітується про свою роботу. Та все ж давайте розпочнемо з того, що ж було зроблено вашим комунальним підприємством, вашим колективом за минулий рік. Ну, в общих таких чертах. У нас на обслуживании в коммунальном предприятии находится 70 километров дорог. Это город, это дорога на Микшинок и дорога на Якорь. Это мы ответственны за них и работаем. На сегодняшний день у нас работает порядка 60 человек. Ну, бывает больше, бывает меньше, но порядка 60 человек. Это у нас постоянно занятые люди. Вот. Что касаемо людей, у нас каждый обеспечен спецодеждой, то, что раньше не было такого. Вот. И мы этим гордимся. Мы круглосуточно обеспечили людей горячей водой. Мы утеплили ремонтную зону нашу. Вот, провели также косметический ремонт ремонтной зоны. Это внешне покрасили в белый цвет, который никогда за 25 там, лет, сколько, не знаю, уже за 30 лет никто ничего не красил. Мы это сделали. И стараемся дальше улучшать условия работы для людей. За прошлый год наше предприятие заработало 11 миллионов 600 тысяч гривен. Когда говорят люди о том, что нас содержит там бюджет, это неправильно. Наш город объявляет тендера на проведение таких-то, таких-то и таких-то работ. Вот. В конкурсной борьбе мы выигрываем эти тендера, вот, и выполняем работы. Поэтому нас никто не содержит. Мы сами зарабатываем деньги и на дорогах, и на сторонних еще каких-то работах. Поэтому я вот немножечко как бы так вам расскажу, что мы заработали за прошлый год. На ямочном ремонте мы заработали 3,5 миллиона. На содержании дорог практически там 2,9 миллиона гривен. Также мы проводили работы по установке знаков и разметки. Это еще на 350 тысяч. Занижение пешеходных переходов, которые мы делали на Дружбе народа, это все видели, мы тоже заработали порядка миллиона гривен. Восстанавливали после аварийных работ, это водоканал, тепломережи у нас периодически вскрывают дорожное покрытие, проводят аварийные работы, там заработали еще 370 тысяч. По программе «Наш двор» 83 тысячи заработали. На транспортных услугах, которые мы оказываем сторонним организациям, заработали тоже 2,8 миллиона гривен. Реконструкцию площадки стадион мы сделали маленький в московском квартале, тоже порядка 300 тысяч, ну и прочее еще порядка 200 тысяч. Это то, что мы заработали за прошлый год. Но у нас и большие расходы. Да, хотелось бы обратить внимание, что когда ДЭУ работал в составе ЖКХ, мы всегда там были убыточны. То есть это порядка там 7 миллионов по году было убытка. Вот. Поэтому мы как бы так молодцы. Вот, да. Что мы сделали за прошлый год и расходы наши, давайте я вам расскажу. Значит, сырье и материалы мы потратили порядка 2,5 миллионов. Это и асфальт мы покупали, и щебень покупали, и эмульсию покупаем. Это все, что касается дорог, на 2,5 миллиона. Топливо на полмиллиона. Запчастей на 465 тысяч мы закупили. Основных средств мы докупили еще на, ну, немножко мы там купили одну трамбовочку на 9 тысяч гривен. Заработная плата у нас, большой кусок заработка съедает, это практически 6 миллионов гривен по году. Отчисление на заработную плату, это налоги, которые 1 300 000 гривен тоже мы выплатили. Электроэнергия 131 тысяча. Эксплуатация арендных помещений, которые мы арендуем сейчас в ЖКХ, это еще на полмиллиона гривен у нас затраты. Сама аренда 111 тысяч. Другие услуги, которые мы там пользуемся, еще на 38 тысяч гривен. Это то, что у нас по растратам. Затратам, извините. Значит, но, обращаю внимание, в этом году мы заработали, сработали с прибылью. Этого никогда не было, и мы считаем, что мы молодцы в этом плане. У нас есть прибыль, небольшая, но прибыль. Без убытка работаем, это уже мы молодцы. Поэтому вот, такие у нас показатели. Налог на прибыль заплатило наше предприятие первый раз в своей истории.
Да. Вітаю, з чим я вас. Дякую. І хочу перейти до питань, які ми отримали від славутичан. Одразу давайте скажу, що більшість з них пов'язана з наслідками лютневого снігопаду. Так? І як одне з таких питань, чому, власне, комунальному підприємству ДЕО не вдалося якісно розчистити місто від снігу? Смотрите, два больних міста у нас є, над которыми нам надо работать, и работать, и работать. Это низкая заработная плата, как по мне, то есть она у нас составляет 8,6 тысяч гривен, это средняя зарплата по предприятию. Вот. И, скажем так, плачевное состояние нашей техники специальной для уборки, для работы на дороге. Вот. Так сложилось. Вот именно в тот момент у нас работает, в принципе, это три трактора с ковшами, которые могут работать на уборке снега. Два унимога, чаще работает один, потому что один все время под водоканалом. Вот. И две поливомойки, так называемые, которые еще там, извините, 89-го года выпуска. То есть это уже убожество, по-другому не назовешь. Вот. В тот момент, когда вот этот снегопад был, да, так вот сложилась судьба, не знаю, рок. Вот. Сложилось именно так, что эти оба унимога вышли из строя у нас. И это было для нас, скажем так, большим ударом и финансовым, и репутационным на сегодняшний день. Техника, которая, трактора и две поливомоечки эти, они работали практически круглые сутки у нас. У нас люди не спали по 16, по 18 часов, не работали по 16-18 часов. Поэтому хотелось бы, чтобы те люди, которые там пытаются нас критиковать, с пониманием относились и к людям, с уважением, и к технике, которой, по большому счету, можно сказать, нет. Она выходит, через 2 часа она возвращается, гидравлика не работает, отваливаются там эти щетки все, варим. Люди работали на износ. И та неделя, которая у нас получилась такая нехорошая совсем-совсем, она была аномальной в плане погоды. Ну, вышли как вышли. Дороги, в принципе, мы чистили. Да, у нас были проблемы большие, внутриквартальные проезды, но опять... Есть масса причин, почему мы там не можем работать. Это узкие дороги, это заставлены машинами эти дороги, внутриквартальные проезды все. Вот. Мы там работать просто не можем, надо ждать, пока они выйдут. Кто-то выехал, кто-то не выехал. Водитель не может на себя брать ответственность, там, идти в узкую дорожку, не дай бог зацепит какую-то машину. Кто будет за это отвечать? Поэтому и там риски есть. И финансовые, и репутационные тоже, еще раз говорю. Нам стыдно. Нам это очень неудобно, но так вышло. Мы за неделю постарались исправить ситуацию. То есть мы отремонтировали эти два унимога, правдами, неправдами, там тащили из Польши эти запасные части, потому что это очень дорого. Один унимог нам обошелся в 135 тысяч ремонта. За неделю его сделать. Это привезли из Польши, успели растаможить, успели установить. Люди устанавливали это, я еще раз говорю, там двое суток не спали. Для того, чтобы эти унимоги восстановить. Сейчас эти унимоги, слава богу, работают. Хорошо работают. Почистили, убрали, да. Ну, приносим свои извинения, но по-другому, я еще раз говорю, в той ситуации, которая была, очень сложно было выйти с победой. Невозможно, по моему мнению. Конечно, да, мы себя за это корим, но надо понимать, на чем работаем. Трактора наши, которым по 28, по 30 лет. Унимоги 30 лет. В прошлом веке выпускались еще, понимаете? И все это ломается на сегодняшний день. Беда страшная. Угу. А чи плануете ви закупити нову техніку? В планах такие есть. Но опять же, новая техника, это стоит миллионы и не гривен. Вот. То есть мы сейчас ищем на рынке Европы хотя бы 1-2 унимога, купить бэушные, хотя бы не такие старые, хотя бы лет по 8, по 10. И все-таки с ними работать здесь. Надеюсь, что они еще там лет 15 бы проработали более-менее уверенно для нас и для города. Вот. Занимаемся этим, работаем сейчас с лизинговой компанией города Чернигова. Они обещают нам помочь. Местная власть в лице головы нашего города не слазит с нас по этому вопросу, по закупке техники. Работаем, работаем. Я надеюсь, все-таки в следующую зиму мы войдем уже с более новой техникой и более надежной техникой. Так что будем стараться. Повертаючись до наслідків снігопаду, чому разом зі снігом зійшов асфальт? Тому що асфальт старий. Все у нас так. Все старе ламається, все старе уходить. Прошу вас обратити увагу на ті ями, які ми займаємося ямочним ремонтом, вони всі
целые, они все на месте, они никуда не уходят. Ломается тот старый асфальт, который был положен еще там 30 лет назад и больше. То есть надо перекладывать асфальт, надо улучшать дорогу, да. Она будет уходить, вы же видите, какая погода, мороз, дождь, трещинка появляется, вода разрывает эту, скажем, трещину, уже в яму превращает. Вот оттуда это все и ползет. Будем ремонтировать, и в этом году, вот недавно был проведен тендер по ямочному ремонту, я надеюсь, что мы его выиграем, вот. И будем проводить работы по ямочному ремонту, пока у нас других сил нету для того, чтобы мы могли закрыть там асфальтом полностью полосы. Для этого большие деньги надо, которых нет. Також питання, чому при розчищенні на ковші була відсутня резинка і сніг прибирали разом з асфальтом і навіть летіли іскри? Ну, понимаете, вот такі вопроси задають дилетанти. Резинками ніхто не убирає снег. Это можно резиночкой убирать, это легкий снег, который там, скажем, вот только падает, его убирают. Наши большие машины тяжелые, они не могут с резиночками работать. Для этого специально наваривается толстый металл на ковши, который, да, стирается, бывает, да, трется по асфальту, когда стараемся вычищать, бывает, искры идут, но на асфальт это не влияет совершенно. Это пологи всякие там. Також чому не одразу не було розчищено площу, а чекали, власне, коли це все перетвориться на кашу? Тому що є очередність. Во-первых, у нас є протокол, согласно которому ми убираємо дороги. Спочатку убираються дороги, а потім убираються і одновременно убираємо тротуари. Вот. А затем уже убираем общегородские территории, которые не первоочередные нужны на сегодняшний день. То есть мы там прокладываем дорожки, прочищаем, совершенно спокойно по ней пройти можно, и никто там, скажем так, особо не страдал от этого. Вот. А потеплело, когда уже этот снег стал более мягкий, мы убрали всю площадь и все. Угу. Також питання, чому на мосту не почищено було і по дорозі на Чернігів? Давайте еще раз, да. Значит, мост и дорога на Чернигов — это не наши объекты, мы не отвечаем за них. Но, тем не менее, по просьбе мирского головы мы этот мост убрали. Как только отремонтировали у Немоги, мы отправили туда, и мост этот был вычищен нашими силами. Дорогу до Чернигова чистить я точно не буду. Это никаких денег не хватит нам для этого. И это есть Черниговская ДЭУ, которая этим занимается, и они занимаются, как они занимаются. Это не наше, угу. Совсем не наше. Заговорили про Чернігів. От, власне, Славути часто також порівнюють там по рівню життя, там, наприклад, угу. Там в Чернігові стало краще, і в тому числі і по дорогам автомобільним. Чому, на вашу думку, в Чернігові автомобільні дороги були чисті від снігу, а у нас були оці так звані колії? Угу. Да, есть такой момент. Смотрите, вы помните, когда снег у нас падал, у нас были морозы больше 20 градусов. Вот. Мы посыпаем песко-соляной смесью, которая работает эффективно до 10 градусов. После этого она просто лежит, вот песок, да и все. То есть не работает, не тает дорога. Вот. У нас маленький трафик. Обычно, когда посыпают, машины потом растаскивают это все на колесах, и как бы потихонечку лед уходит. Вот. В Чернигове посыпают не пескосоляной смесью, а реагентами. Это большие деньги. У них техника, вот я разговаривал с АТП, которая в Чернигове обслуживает дороги. У них на 58 миллионов они купили новой техники. На 58 миллионов. А у нас нет. Угу. А можливо, поэтому и техника на наше другая. Місто треба менше там реагентів, і можна закупити якусь мінімальну кількість його і... Чи можете ви зараз сказати, в яку суму це обійдеться, до прикладу? Ну, на отакі от критичні ситуації. Да, ми прикидывали, якщо ми реагентами один раз посипемо город, це виходило більше 300 тисяч гривень, тільки на реагенти. Більше 300 тисяч гривень. Да, ну у нас таких денег просто нет. Трошки поговоримо про плани на майбутнє. Давайте. Які у вас плани на цей рік? Які ремонти заплановані? На яких вулицях? В яких кварталах, можливо? Запланировано у нас порядка 4000 квадратных метров это ямочного ремонта, который мы будем делать. Это постараемся доделать немножечко дорогу до якоря.
Обязательно посмотрим, что там осталось на Микшуновке. А так, посмотрите, у нас центр, он весь поплыл. Это фестивальная, это дружба народов, это герои Днепра. Я масса. Сейчас это все наружу выходит. Поэтому работы у нас хватит. И внутрь кварталов можно зайти там и остаться навсегда. Столько работы. Там работы очень много. Вопрос только денег. Да, действительно, ограничены в средствах. Мы не можем охватить за год весь город, сделать его там конфеткой. Ну, поверьте. Куди можна звертатися, якщо там помітив яму? У нас есть сайт. Телефону, або... У нас, да, у нас есть сайт, на который можно обращаться, который там много людей пишут. Вот, есть телефон там указан, мой телефон, можно мне звонить, мы всегда на это реагируем. Еще никому мы не отказали, даже в тех случаях, когда вот был там снег, куда-то подъехать кто-то не может. Всегда выполняем, на все просьбы отвечаем, и на все просьбы выполняем, никому мы не отказываем. Просто время, и техника слабая, еще раз говорю, что... Ну, не можем мы это все сделать, за 3 часа город не уберем. Тем более, так как падал снег, извините меня, мы в день выезжали по 3 раза вот той техникой, которая у нас есть. Выезжаем, убираем, обратно заезжаем, заправляемся, покушали, пообедали. Ребята опять выходят на дорогу. И так было, извините меня, 4 дня. Угу. Якщо говорити про заниження бордюрів, да. Була така думка, що коли почне танути сніг, то будуть калюжі, якби, угу. Коли, ну, туди буде стікати вода і будуть утворюватися калюжі. Як показала практика? Показала практика, к этому надо готовиться. Ми к этому подготовились, ми розчистили всі пішохідні переходи і рядышком зробили дорожки до сливів, до сливних наших, до сливної каналізації. На сьогоднішній день, ну, якби Как нам не стыдно, нам все замечательно. Досить критична ситуація з калюжею була за АТБ. Ну, там, поблизу, між Атлантою та АТБ. Да, там да. Фактично таке міні-озеро утворилося. Да, да. Як боролися з цією проблемою? Это проблема не ДЕУ, это проблема водоканала. То есть там є люк, вот, сливна каналізація, которая йде. І є момент, над этой каналізацією виросло дерево, большущее дерево. Вот, и корни эти перекрыли всю эту вот канализацию, которая там сливная идет. И частенько там мусор забивается в этих корнях. Мы вызвали тогда там ответственную фирму РАК, есть такой, да. Вот он занимается очисткой этих канализаций. Вот это прочистил все. Это не наша проблема, поверьте, это проблема канализации. Зрозуміло. Ну і от, власне, все рівно критикують, попри те, що люди, робочий колектив працює. Як реагують ваші працівники на критику? На об'єктивну критику, знаю положення, скажімо так, ізнутрі, я приймаю критику, якщо вона дійсно конструктивна якась. А когда вот, как будто вот вопрос у вас был там, почему не резинкой чистите, ну, я не знаю, как реагировать. Ну, на глупость не будем реагировать. Вот. На объективную критику реагируем правильно, да. Мы переживаем не меньше вас. Вот вы думаете, нам все равно или что? У нас люди не спят, извините меня. Вот, все работают, топливом обеспечены, техникой какой-то, не какой-то, обеспечены все. Работают. Поэтому на критику... Конструктивно реагируем правильно, не на конструктивную реагируем, бывает резко. Добре, дякую вам за розмову, бажаю вашому колективу працювати якісно попри критику і дякую словодичанам за увагу. До побачення. І я вам дякую.